Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Под куполом». Все о цирке. Даник, на носу Новый год, нам нужно разобрать архив программы. А что с твоей прической? И где твои очки? Ну, я решил сменить имидж, потому что на носу такое событие, и у меня замечательная новость есть. Что случилось, Даниэр? Сам директор алматинского цирка разрешил мне участвовать в новогодней программе. Я выйду на манеж и покажу зрителям, чему я научился за целый год и на что я способен. Кому разрешили? Тебе разрешили? Для чего? Чтобы ты опозорил всю нашу редакцию? Женя Олеговна, почему сразу опозорил? Я и жонглировать уже умею. И сколько предметов? Это не важно. Балансирую еще я очень хорошо. На чем? На табуретке? Женя Олеговна, если вы не помните, то я и под куполом летал, причем не один раз. Да-да-да, я помню, как тебя 7 человек страховали. Женя Олеговна. Даник, решено, в программе мы участвуем вместе. Без меня ты все провалишь. Ну хорошо, а как же архив? А в новом году разберем. Визитом поаккуратнее. Женя Олеговна, помедленнее, пожалуйста. Ладно, отдохни. Сегодня я приехала в цирк вместе с Данияром. Сейчас я зайду к директору и заверю его, что наше выступление пройдет на уровне. Мы должны влиться в коллектив, в процесс и выступить наравне с артистами цирка. Данияр, вот именно, наравне. Так что пойдем, не подведи меня, и я не хочу получилось очень насыщенное, сцены все очень массовые, да, артисты очень старались удивить вас, порадовать своих зрителей, но я думаю, что нам это удалось, и вы это сегодня увидите. Thank you.
Раз, два, три. О, раз. Даник, я не пойму, а почему ты стоишь? Репетиция – это серьезное дело. Давай, разминайся. Раз, два. Я должен ее слушать второй раз. Цирк пришла уже к команде. Ничего, манеж покажет, то есть кто. Да уж, это совсем нелегкая работа. А я вам говорил, это не в архиве сидеть. Кстати, про архив. А почему ты сидишь? А что? А ты теоретический блок для нашей программы подготовил? Какой теоретический блок? Я так и знала. Я знала, что ты что-нибудь забудешь, Даник. Ну почему? Вот там, на тебя абсолютно вот нельзя там, положиться. Вот он, этот теоретический блок. Конечно, подготовил. Дед Мороз – главный волшебник в новогоднюю ночь. Но в каждой стране его называют по-своему. Например, в США это Санта-Клаус. Он носит колпачок и красную курточку, курит трубку, путешествует по воздуху на оленях и входит в дом через трубу. В Финляндии Деда Мороза зовут Йолу Пукки. Такое имя ему дано не зря. Йолу означает «Рождество», а Пукки – «козел». Много лет назад Дед Мороз носил козлиную шкуру и подарки развозил на козлики. Ну а в Казахстане детей с Новым годом поздравляет всеми любимый и почитаемый Аяз Ата. Я готов, все хорошо, я не боюсь, вообще не боюсь, нормально. А, прям, сквозной. Если с тобой гонит, больше стало страшно. На самом деле, все, ты можешь как-то тогда перескочишь туда, наоборот, посмотри, сказать, что, господи, кого же я испугался? Все, хорошо. И что, ты мне что-то говоришь, да? Смотри. А потом мы книжку смотрим, да? Ага. О, да. А костюм мне подойдет ее по размеру? Не знаю. Хорошо, спасибо, Марин. Первые документальные свидетельства о традиции наряжать елку относятся к началу 17 века. Как утверждают историки, первые празднично украшенные к Рождеству деревья появились в Эльзасе. Для срубленных елей, сосен и буков украшениями служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Саксонии в 16 веке, а массовое производство елочных игрушек началось лишь в середине 19 века.
Я очень волнуюсь, ведь теперь меня покажут не только по телевизору, меня увидит весь город. Вот они, мои настоящие поклонники. Даник, что за ерундой ты тут занимаешься? Давай возьмемся за руки, дыши, дыши глубоко, закрой глаза. Мы команда. Повторяй, мы команда. Мы артисты. У нас все получится. Да. Даник, давай. Я в тебя верю. Ой. Даник. Все было замечательно, Женя Олеговна. Я разогрел зал. Они рукоплескали. Ну, все понятно, теперь ждут вас. Все нормально. Понятно, зритель Дания. Готов. Я тебя не подведу, обещаю. Супер. Я за вас. Все нормально. Сейчас выйдет. Нет, Даник, я не выйду. Я решила, я не выйду. Нет, давай все отменим. Глубокий вдох. Даник, давай все отменим, пожалуйста. Глубокий вдох. Пожалуйста, давай я позвоню директору, мы все отменим. Вдох. Вдох. Сейчас увидите эти восхищенные лица после меня, естественно. Зайдете? Нет, ну конечно. Да. И все будет замечательно. Давайте, удачи. Все, я пошла. Самое главное, не волнуйтесь.
тех, кто верит в новогодние чудеса, я самая настоящая Снегурочка. Тезрек жүрмен ханшайымым, мен саған ертегі оқып беремін. Теперь я понимаю, что значит чувствовать себя настоящим артистом цирка. Я же говорил, все будет хорошо. Ты слышал, как мне хлопали? Ну, не мне, нам, конечно. Слышал. Все было замечательно. Я очень рад за вас, за Женю Олеговну. Спасибо, Даниил. Женя Олеговна, ну кто бы мог подумать, что из вас получится вот настоящая принцесса цирка. Да, Даник, вообще-то ты тоже молодец, можешь же, когда захочешь. Да. А, кстати, а что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Уже придумали? Даник, научно доказано, что никакого Деда Мороза не существует. Это не больше, чем плод нашего... Эх, Женя Олеговна, вот вы как обычно, а? А вот мое желание уже исполнилось, и все благодаря цирку. Я просил у Деда Мороза, чтобы я стал вот настоящим артистом, звездой. Вы слышали, как мне сегодня аплодировали? Даниэль, вообще-то аплодировали нам всем. Но в целом ты прав. В цирке каждый чувствует себя ребенком и начинает верить в чудеса. Дорогие зрители, а у нас на этом все. И не забудьте, что все выпуски программы вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала «Белимжене Мадиньет» www.bmtv.kz. Пусть все ваши мечты сбываются. Всего вам наилучшего в новом году. До встречи. Спасибо цирку.